А сейчас, наверное, может и поменяет направление атаки. Нет, снова в Кошелю. Татьяна справляется. Гамова. Ну, вот так вот. Вот так поувереннее перевод в линию. Кажется, не поправимый. Гамова, блокаут, ну потихоньку налаживаются дела у нее, невероятно ей сложно, конечно, она постоянно играет на двойном, на тройном блоке, блок там высокий, говорить о каком-то преимуществе в росте, ну это было бы слишком наивно. Гамова, ох, попадать бы надо эти мячи, касание там было у защитника, касание, да, мяч летел в аут, но, по-моему, по ноге чиркнул бразильской волейболистки, 13-10. Или все-таки по мизинцу мяч задел. Мне показалось, что до конца. И рискнуть может быть. Да, делает это Гамова. Немножко там засуетились мы в доигровке. Едва ее не потеряли просто. Хорошо. Гамова в задней линии после сложного приема Соколова. 5 на блоке и подачи. То есть 7 очков с атаки за 5 сетов. Немного это, немного. И вновь Гамова. Вот это, наверное, самый отрадный момент, что Катя... Мы ее заставим ошибаться. Наверное, ждать, пока начнем, бесполезно. И опять. Через Гамову играем весь старт сета. Ну, Катя свое, конечно. Гамова. Блестящий, блестящий. Есть у нас этот вариант в обойме. 7-3. Катя. Классная атака задней линии. Вновь прекрасный прием Соколовой. Пока справляется с групповым блоком Перепелкина. Фабиана. И вновь через Гамову. И вновь Катя, спасибо. Гамова. Блок-аут. Все четко. И главное, все быстро. Нам ни в коем случае сейчас нельзя... Гамова, браво, браво, опять выручает Катя. И снова все той же расстановки. Так поторопился сказать, что она уже прошла. Так долго находятся эти игроки на передней линии. Столько очков мы вроде бы собрали. И бразильянки рискуют Наталью, но Крючкова внимательно. И Гамова от блока в аут. Очень важный мяч. Нельзя нам было отпускать. Гамова в задней линии, на тройном блоке. Ну, неужели вот это вот порыв не получит помощи от партнеров, поддержки. Посмотрите, какой мяч выигрывает сумасшедший. Есть у нас Гамова на задней линии. Пока видим, что побаивается Гончарова в атаку. Гамова буквально с ног сбивает Фаби пушечным ударом, но это все... Ну вот, блок Гамовой очень все время. Долго-долго мы ждали, когда же там один в один, а против нее все время практически один в один нападающий остается. Может быть, это часть нашей тактики, чуть более внимания четвертой зоне, когда Катя на передней линии уделять. Вот так или иначе, очень сложно эти. Еще раз, сейчас, правда, уже и передачка неважная у Фабиолы получилась, навела она. Еще разок. Ну вот он, еще один шанс в атаке Гамова. Куда мяч отскакивает. За. Чуть-чуть совсем за. Вы знаете, так хладнокровие Гончаровой. Гамова, браво. Непростая ситуация. Вот, хорошая игра в защите, какой-то шанс появился. Гамова, браво! Это было действительно здорово. Вот, вот из таких вот мелочей складываются победы в партиях, когда из такой защиты выходишь в доигровку. Причем доигровка, ну так, насколько можно. Вот тащим, тащим. Хорошо, сработал блок. Вот шанс Гамовой, брейковый мяч. Никаких шансов для бразильской защиты. Зато она не оставляет. 11-6. Или у нас получается сейчас все. Гамова... 29. Ну, кто бы мог такой счет предположить в финальном матче. Жалко, вот ничего на следующий сет перенести нельзя из этого отрыва. А сегодняшний матч показывает, что каждый 14. Ну, есть проблемы, значит, надо вспомнить о Гамовой. Делает это... Молодец, Крючкова, Гамова. Здорово выполняет свой маневр. Пушечная атака 4 по 4. 2.
Гамов будет атаковать нашей команде. 2-2. Молодцы, девчонки сразу же достали соперника. Вот то, что... Ага, Фабиану закрывает Гамова 1-1. Вот это момент интересный. Интересный, важный. Видите, немножко Соколова упростила подачу. Не уверена она в той силовой, которая у нее была вот в начале игры. Сейчас надежность решила добавить наш опыт. Упростила Фабиола подачу. Сразу обыграем быстро и не успевает даже блок за этой атакой Гамовой, которую, в принципе, можно было бы и... И вновь через Гамову. Вновь Катя блестяще атакует. 10-9. Видим, как трудно Любе Соколовой с ней справляться. Гамова, браво! Это так прошивает этот блок, как будто там никого и не было. А был бы кто, это действительно было бы больно. Тут уж не позавидуешь оказаться в этом месте кому-либо из игроков. Наталья, помочь, можно помочь. Ну что, рискнет Катя? Браво! Атаковать, шанс для блока. Сама же в защите. Гамовой атаковать. Все! Сборная России чемпион мира.